Всем привет! Я довольна как слон, так как нам недавно установили кухню. Конечно, два шкафчика это маловато, поэтому нужно будет еще докупать. Все не влазит. Кухня была с 21 века. Вот такая, конечно, было много косяков, но что я хотела за самую дешевую кухню. Косяки были, например, вот такие. Вот видно или нет. Так, вот такие. Ну, в принципе, я довольна кухней за такую цену. И спасибо мастеру, который смог установить ее так, чтобы не было видно всех косяков. И еще не хватало некоторых отверстий. Мастеру пришлось сверлить их самому. Вот. Но я довольна, конечно. Здесь под мойку у нас шкафчика не будет, так как квартира арендная. И... Плюс ко всему у меня стоит здесь не обычное мусорное ведро, а педальное. Вот. Так. И шкафчик, он мешал бы открывать и закрывать. Кухня была 21 века, еще раз повторю, если я забыла сказать. Ссылка в описании на нее есть. Вот, также на кухне у меня с 21 века холодильник. Индезит. Покупала его в кредит. Вот, нареканий к нему нет никаких, но единственное, что было, после покупки прошло немного времени, и он начал булькать. Я погуглила. В чем может быть причина и как ее устранить. И на свой страх и риск вот этот, так, как ее здесь показать, шланг был опущен полностью в воду. Я обрезала его немножко ножницами, и холодильник булькать перестал. А дело было в том, что когда открываешь дверцу, давление падало, и шланг засасывал обратно в холодильник воду, так как он был опущен, был постоянно в воде. Вот. Но когда я его обрезала, все наладилось. Также у меня на кухне стоит этажерка, на которой стоит мультиварка и готовится мой обед. Куриное филе с тутом. Этажерка тоже мне очень-очень нравится. Я ее увидела в видео одного блогера. Вот. Узнала ссылку на Wildberries и заказала себе такую же. Я посмотрела, что блогер поставила на эту этажерку микроволновку и решила, что мультиварка моя точно пишется сюда. И не прогадала. Собирается она легко. Я сама ее собрала минут, наверное, за 5. Она на колесиках. Колесики можно регулировать. То есть так колесики катятся, а так стопорятся. Так, еще у меня на кухне стоит обеденный стол из Ами-мебель. Ссылка будет внизу в описании на Ами-мебель. Табуретка со светофора. Так, не обращаю внимания на сумку в углу и на эту салфетку. Это все временно. Сумка под столом тоже.
вот эта вот магнитная доска из фикраса. Здесь удобно писать мелком. Напоминалки себе.